Сегодня глава Чувашии встретился с лидером молодежного предпринимательского сообщества Михаилом Дашкиевым. Михаил вырос в Чебоксарах. Вместе с Петром Осиповым они организовали сообщество «Бизнес-молодость». Их цель – поддержать молодых предпринимателей до 40 лет. Научить их, как вести собственное дело, как формировать стратегию развития предприятия. Михаил рассказал главе республики, как прошла в Москве церемония вручения национальной премии «Немалый бизнес 2019». Теперь промежуточный этап хотят проводить во всех регионах, в том числе и в нашей республике. И мне очень приятно видеть, на самом деле, как... Ну, и развивается республика, и строятся новые объекты. Я вижу, что здесь происходит настоящее бурление такое, и пульсация экономики. И мы 8 лет копили экспертизу в области акселерации для предпринимателей, роста предпринимателей. Мы строили системы, методологию, IT-системы. Мы много вкладывались в последнее время в IT, для того, чтобы в цифрах и в реальных показателях видеть то, что на самом деле происходит. Я тоже рассчитываю на молодое предпринимательское сообщество. Условия созданные имеются. Кому надо в чем-то оказаться действием, мы всегда готовы оказаться действием. Чтобы у них еще была внутренняя готовность, так скажем. Формировать класс предпринимателей нового формата – непростая задача.